Королевство сейчас немножечко расскажет о том, чем же он обладает. Господин король, вам слово. Вам слово. У меня есть королевство. Есть у меня 5 заводов. 26 фабрик, 62 клиники, где изготавливаются волшебные средства, которые из любой девушки или женщины можно сделать принцессу. Вы этого хотите? Я хочу, потому что я Золушка, меня не представил никто. Никто не знает. Я Золушка. Ничего страшного. У меня есть визажисты, у меня есть парикмахер. У меня есть стилисты. Сейчас они сделают из тебя как принцессу. Живу-живу, я плохо живу, у меня все плохо. Работаю. Мачеха все ругает. Тут появился он. Девчонки. А сейчас на работу берутся стилисты, визажисты, парикмахеры, и начинается волшебное таинство. Но король забыл о самом главном. Пока причесывают принцессу, посмотрите-ка на ее внешний вид. Король. У меня есть платье, я тебе его подарю и приглашу тебя в бал. У нас причем дресс-контроль, и тебя в таком виде не пустят. Давайте платье. Что мне делать? Как мне пристать? Как мне пристать? Фея, дорогая фея, помоги! Как мне быть? Надо же вам поступать. Через 3 недельки ты у нас будешь совсем другая, красивая, стройная. Да, и поедешь на бал. Соблазнять принц. И вот Золушка получила платье, в которое не может влезть, получила волшебный коктейль, стилисты пошли ей на помощь, и началось таинство превращения Золушки в принцессу. Работают стилисты. 3 дня она пьет коктейль. Становится на весы ежедневно. Смотрит, что-то с ней происходит такое. Это таинство продолжается ровно 3 недели. Приближается день, когда Золушке нужно ехать на бал. И вот, наконец, мы видим вновь обновленную Золушку. Встречаем. И теперь у меня стройная талия! Вау! Приветствую новую Золушку! Работающие стилисты, кстати, сделали ей прическу, покрасили. Девушка теперь стройно, платьишко влезла, замечательно все. Визажисты там есть, теперь от меня гласный ответ. И кто хочет быть супер всегда, господа, вам сюда! Ай-яй-яй. Фея, как мне быть? Все есть у меня. И стилисты поработали, и визажисты поработали. Туфель нет у меня. Денег на туфли нет. Я мою кастрюлю целый день. Платят очень мало. Давай начнем зарабатывать. Так красивый ты стал. Я что, как работаю? Работай. Это не так ты работаешь. Я по-другому не умею. А я тебя научу. Ты возьми каталоги, покажи их своим подружкам и расскажи, как ты преобразилась. И ты заработаешь себе на туфли. А мужчинам их можно показать? Конечно. А для кого ты сейчас работаешь? От нуля до бесконечности. Значит, ты бабушке моей подойдет? Конечно. Сходи, покажи, расскажи про вылаз и бабушке. Спасибо, дорогая фея. Она была здоровой. Я побежала. Побежала Золушка раздавать каталоги. Обижала всех соседей, обижала всех подруг. Вспомнила про родных, вспомнила про бабушку в соседнем лесе. У всех взяла телефоны, контакты, чтобы слово заказы с ней собрать. Долго работала, старалась. Успешно собрала заказы, получила выручку. Мне заказали на целых 20 тысяч. Ничего. И побежала.
прибежала Золушка радостная покупать в бутике те туфли, о которых она всю жизнь мечтала. С алмазами, вставками. Вот видите, какая она счастливая, довольная. Теперь у нее и туфли, и платье, и макияж, и прическа. Опять недовольна. А что же она плачет? Мне поехать не на тем. Можно порочку где назвонить. Что ж ты плачешь, дорогая племянница? Не поехать. Не поехать не на чем. Ну, давай будем на карету-то работать. Прочат, да, в карету. Надо собрать это на 40? Нет, мы теперь будем думать головой и зарабатывать гораздо больше. На каталогах много не заработаешь. Хорошо, Александр, как же это делать? А теперь иди к своим подружкам и позови их в нашу страну Алексею. Классно. Я сейчас бегаю к тем, кто больше всех у нас показал. Точно. Молодец. И снова побежала Золушка не просто каталоги раздавать, а подружек приглашать на встречи возможности Алексея. Дорогая Лея, я привела тебе своих подружек. Теперь давай научим их делать то же самое, что и ты. Ты же теперь умеешь. Конечно. Показывать каталог, приглашать их. Это так легко. Пить коктейль. И будем исполнять мечты не только твои, но и твоих друзей. И создала Золушка целую команду таких же консультантов, активных, как она, которые стали красивые, успешные, которые хотели тоже заработать деньги. Все были стройные. И, наконец, Золушка заработала себе на карету. И вот она красивая вся стоит, изящная. Вся сверкает в алмазо-сваровске. И Золушка в карете приехала на бал. А гости даже замерли. Потому что у гостей-то нет таких нарядов-то. И таких туфель нет, мы же не по карману, они тут наскребли кое-что тут по сутекам. И такого платья нет блестящего, кутерического. И гости все спрашивают. Всем интересно, как же так? Вчера буквально сидела где-то там. Это мой приятель.